Доброе утро, друзья! Сегодня у нас 21 февраля 2021 года. На улице еще зима, но стало теплее, снег лежит, вороны летают. Я вам вот сейчас покажу, сколько их много. Возможно, будет снегопад. Но на градуснике уже минус 2. То есть радует то, что все-таки не такой уже лютый мороз, не такой злой мороз. Но с крыш, по всей видимости, будет капать. Видно, уже такой снег становится мокрый. Поэтому аккуратно около крыш ходите очень аккуратно. Будет капать сегодня. Солнца нет. Небо затянуло, но уже потеплело. Утром сегодня минус 2. Коты начинают мяукать, весна приближается. Еще снег лежит, но весна приближается. Подписывайтесь на мой канал. Хорошего дня, до новых встреч в эфире.